торговый центр «Небо». Поднимаемся на 4-й этаж магазина «Атрибутики» чемпионата мира по футболу. Я думаю, там лифт есть, скорее всего. Потом на 4-й этаж как подниматься не особо резонно. ТЦ «Небо». Вот такой вот здесь экран. Закрыто. Работает только один вход. Так. Нам надо найти лифт. Вон лифт. Подземная или лестница вон. Ну, лучше лифтом воспользоваться. Четвертый. Второй. Ну, пойдем на четвертый тогда. Да ладно. Созвонимся. Можно было бы и лифтом. Да разницы никакой нет. Ну, именно этот магазин так называется, спорттовары вот эти вот. Да его найти можно там без проблем. Давай сейчас спросим кого-нибудь. А? Чего? Лифты? Где тот магазин? Да спросить можно, и все. Нет, не здесь, потому что его здесь не видно, видишь, вообще. Там дальше он. Если по кругу ходить только, блин. По кругу. Детский магазин. А, ну да, 4-й этаж. Настольные игры. Закажи билет. Ищем магазин. Товары для спорта. Для чемпионата мира по футболу. О, видишь, как тут сделано все. Сюда для детей. Футбольная атрибутика. Ну, тут еще не ограничивается этим кругом-то. Там еще, наверное, дальше идет все туда. Ну, по крайней мере, был. Если он не съехал. Туда уже. Ну да, круговая зона. Леонардо. Ну, наверное, может быть, даже и съехал этот магазин-то. Может быть, уже туда ближе к этому. Может быть. Ладно, сейчас у персонала спросим. Короче, пролазили с 4-й этаж. Мне кажется, вот «Авейл Спорт» надо. Оказывается, магазин уже съехал на 1-й этаж. Футбольная атрибутика. Зря сюда приехали наверх. Сейчас опять ползем на 1-й этаж. Здесь такой вот магазин на 1-м этаже. Official Shop. Какая-то небольшая атрибутика. Я думал побольше. Здравствуйте, магазинчик-то. Классики тут. А? Классики тут. Ага. Ну да. А шарфы отдельно продаются, нет? Шарф. А, это не в комплекте получается, да? А, вот они, шарфы. Почем шарфик-то?
40. Да. Футболочки, пожалуйста, тебе тут. Мячики. Футболка тоже 1500, да? Что? Футболка тоже 1500. Футболки 250. Какие это шарфинки, да? Нормально. Шарфик. Вот шарфик тот, этот я куплю, пожалуй. Сами тоже ездим. Какое событие освещаете? Сами ездим тоже. Чемпионат мира. Купил такой шарфик. 1500 рублей на шею одену. Шалаши, они сказали, дешевле, чем здесь, в ТЦ «Небо». Так, приехали на площадь Горького. Сейчас идем на площадь Минина. Я не знаю, тут может где-то минут 30 пройдемся здесь. Сейчас у нас там будет трансляция футбольного матча Аргентина-Хорватия. Тут знаю, что за Аргентину играет Месси. Здесь вот дом связи. Местный сотрудник ДПС, полиция регулирует здесь такой пешеходный переход. Здесь вот перечень запрещенных предметов написан. Можно внимательно знакомиться, прочитать, что запрещено вообще проносить на стадион, на футбольный матч. Ну, в принципе-то, там я уже знакомился, конечно, по интернету со всеми этими правилами. Ну, там, конечно, чего есть запрещенного. Вот такие вот шарики здесь. Это у нас Большая Покровская. Народ половина направляется туда, половина направляется обратно. Но мы на данный момент туда направляемся, наоборот. Вот кинотеатр такой здесь. Ходили тут с Вадиком давненько. Бухие. Напоролись с утра. Часов 8-9. Мы пошли. Покровская была тогда пустая здесь. Ну, давненько уже было. Где-то, может быть, лет 6-7 назад. Гульбанили мы здесь с ним по нижнему. Ни одного бара не пропустили. Посетить наш магазин. Нижегородские сувениры и подарки. Предлагаем вашему вниманию сувениры нижегородские. Там он недалеко находится, Кремль Нижегородский, где, в принципе, и проходит все это мероприятие. Здесь такие вот фастфуды. Переедание на ходу. Я думаю, здесь цены-то не знаю. Я думаю, приемлемые. А здесь чего? Пиво выигрывает, что ли? Чем избивать спазм? А? Спазм избивать ничего. Ага. Опять такие шарики здесь продают. Они удобные, что ли, шарики, да? Пластиковый. Пластик. Вон, дудки продают. Дудеть на стадион. Фугузела. Ну, это в Ашане лучше, да? В Ашане.
поедем. Главное, сама эта женщина, сама же работает в магазине, у нее этот бейджик, и сама же сказала, что лучше здесь не покупать. Дорого, конечно, куда мне. Зато, ну да. Так в углу в комнате повесишь, да? Теперь посадим. А здесь туалеты должны быть. Может, забудем. Платные.